В Алтайском государственном университете презентовали юбилейные издания, посвященные истории вуза. Их дополнили и перевыпустили специально к 50-летнему юбилею университета. О чем же книги и фонды каких учреждений они пополнят в ближайшее время, расскажем в нашем следующем сюжете. По праву семейное мероприятие, где мы в основном видим прежде всего дорогие нам лица. Лица конференции – преподаватели первого на Алтае классического университета. В зале ученого совета АГУ собрались ветераны вуза, ведущие научные сотрудники и молодые ученые. Прекрасным подарком всем, кто многие годы трудился и сейчас трудится в АГУ, стали новые книги об истории университета. К своему юбилею вуз проделал большую издательскую работу. Были переизданы, дополнены фотографиями книги отцов-основателей госуниверситета. В общей сложности работа заняла год. Здесь трудился целый коллектив. Его возглавлял президент Алтайского государственного университета Сергей Валентинович Землюков, ну также директор института гуманитарных наук Лариса Ивановна Нехидович, проректор по медиакоммуникациям и цифровым технологиям Герасимюк Максим Викторович, ну, то и большое число помощников. Это действительно очень сложная, кропотливая работа, которая, собственно, вот увенчалась таким успехом. Абсолютно новая книга, издание о почетных профессорах и докторах наук АГУ и красочный альбом «Опережая время». Все 5 юбилейных изданий вышли оформленными в одном фирменном стиле. Они пополнят фонды библиотеки имени Шишкова, Госархива и музеев края. Мои подведомственные учреждения, задача которых – сохранить культурное наследие и заниматься просветительской работой по продвижению этих изданий, тоже готовы к приему этих изданий в свои фонды. После презентации в торжественной обстановке юбилейные издания вручили почетным профессорам университета, а также молодым преподавателям, которые по итогам работы в прошлом году заняли лидирующие позиции в вузе. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Егор Волков. День с толком.